По-вашему, наркомания – это социальная болезнь прежде или физическая? Ой, у нас сейчас уже социальная приобрела такое. Раньше-то вообще не слышали про это. А сейчас вот у меня у самой там знакомый тоже мальчик молодой умер. Угу. А как с этим бороться, как вы считаете? Ой, как бороться, если в своей голове ничего нет хорошего, то, значит, наверное, сильно это не поможешь. Я так думаю. Угу. Ну, конечно, родители должны помогать, настраивать. Обращайте на это внимание. Конечно. Наркомания? Наркомания. Социальная. Все вместе. А когда человек заболел, то понятно, что физическое. Угу. А как с этим бороться, как вы считаете? Бороться? Ну, наверное, всем миром. Мимо не проходить. Но сейчас, мне кажется, чуть меньше стало. Или они как-то все прячутся. На мой взгляд, скорее всего, она и социальная, и физическая. Дело в том, что поначалу молодежь, когда приобщается к этому, это, скорее всего, такое, как я считаю, что это как веяние какое-нибудь, что им нравится попробовать. Вот. В то же время, когда уже втягивается, это уже перерастает, я считаю, что в болезнь физическую, угу, которую уже невозможно. Ну, это можно как-то каким-то образом побороть? Как с этим бороться? Как бороться? Мне кажется, надо молодежи больше привлекать каким-нибудь, отвлекать от этого дела. То есть больше занятость какой-то, там, ну, типа спорта, какими-нибудь там клубами интересными, по интересам. Больше развивать вот это направление. Тогда это будет, мне кажется, отвлекать их от этого дела. Не будут, так сказать, болтаться там где-то с кем-то, с какими-то непонятными идеями и так далее. Я думаю, социальное. Потому что это больше как зависимость, и так и на телевизоре, и везде как бы, и на домах пишут все телефоны. Поэтому я думаю, это больше как социальное. А как с этим бороться, как вы считаете? Как бороться? Интересный вопрос. Ну, не знаю, наверное, в первую очередь как-то либо закрашивать это все, либо не распространять, как-то меньше, может, об этом говорить. Наркомания – социальная болезнь или физическая? Я думаю, то и другое. Как бороться? Ну, для этого есть методы определенные. Так-то сходу трудно сказать. Очевидно, можно. Но для этого нужно желание самого больного. Даже не знаю. И так, может быть. А как вот вы считаете с этим бороться, чтобы детишки наши, воспитывать, не дай бог... Хорошо. Воспитывать правильно, чтобы и мысли не было такое, чтобы как-то себя вводить в какое-то пространственное состояние. Воспитание, спорт, все. Социальное. Я думаю, что социальное. Просто так наркоманами не становятся. То есть что-то подталкивает человека к этому, да? Подталкивает какие-то обстоятельства жизненные. Ну, видимо, неуверенность в себе и в дальнейшей своей судьбе, поэтому и становится наркоманами. Угу. А как этому противостоять? Ну, общество, наверное, в первую очередь должно как-то поддерживать таких людей. Какие-то центры надо создавать для того, чтобы человек мог обратиться в непростых жизненных ситуациях. В школах проводить работы, в институтах. В основном это заболевание молодежи. Не могу даже вам сказать, к чему это ближе. Но, может быть, скорее всего, и с социальной стороны, то, что вот сейчас обстановка в стране. Может быть, и чисто молодежь, нет возможности таки проявить себя. Может быть, они идут вот именно на такой шаг. Поэтому вот мое мнение такое, что если молодежь смогла себя где-то проявить в чем-то, может быть, и пришлось бы избежать вот именно такой ситуации. Очень жаль, конечно, что вот у нас, может быть, и упущение и со стороны родителей. Хотя и в хорошей семье тоже бывают проблемы, так же, как и в неблагополучных семьях тоже бывают замечательные дети.